Жители Петрозаводска избили пассажира троллейбуса, которых он попросил надеть маски. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Центр управления регионом Республики Карелия. Конфликт случился еще 22 октября. Мужчина отметил, что попросил кондуктора обратиться к молодым людям, чтобы те надели средства защиты. После этого они устроили потасовку, сначала женщина, не стесняясь в выражениях и несмотря на наличие детей в транспорте, схватила парня за волосы. Когда ему удалось вырваться, он попытался выгнать ее из троллейбуса, но в это время к делу подключился спутник дамы. На этом конфликт не завершился, ведь парочка никак не хотела покидать салон, а агрессор продолжал угрожать, используя при этом нецензурную брань и пошлые выражения. При этом утверждал, что парня спасал только находившийся рядом ребенок. Алло, полиция, алло. Алло.